В следующем году в Подмосковье планируют благоустроить 22 локации, создав уникальные пространства для отдыха и культурного развития, сообщает пресс-служба Министерства благоустройства Московской области. Среди локаций – пешеходные зоны, площади и набережные. Работы пройдут в Дзержинском, Дубне, Дмитрове, Протвино, Воскресенске, Луховицах, Волоколамске, Краснознаменске, Сергиевом Посаде. В нашем городе благоустроят пешеходный маршрут «Дружба поколений» длиной в 1,3 километра от бульвара Кузнецова до сквера на улице Глинки. Маршрут «Дружба поколений» станет частью масштабной пешеходной зоны, соединяющей северный поселок с сельхозом через центральную часть города.